пятницу в Самарской области ясное и тепло, без осадков. Температура воздуха днем от 8 до 13 выше 0, ночью минус 1 плюс 2 градуса. Ветер западный, северо-западный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 12 градусов, ночью плюс 2. Юго-восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 10, ночью плюс 2 градуса. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Самаре солнечно и плюс 10 градусов днем, ночью минус 1. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.